Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение – Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель, майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Проект Первого канала «След». Степень окоченения незначительная, только лицевых мышц. Я думаю, смерть наступила недавно, примерно 4-5 утра. Многочисленные ссадины, гематомы, открытый перелом руки, шея сломана. Знаешь, наряд, который я обнаружил, предположил избиение. Но если его убили, он должен был хоть как-то защищаться. А защитных ран я не вижу. Зато есть бампер перелома. Его сбила машина, причем, судя по высоте переломов, это была машина легковая. От столкновения с автомобилем, а часть после падения в эти кусты. Границы места преступления придется существенно расширить. Обнаружены следы, по внешнему виду похожие на кровь. Пробы с бензидином дают положительную реакцию. Расположение следов крови подтверждает, что погибший стал жертвой ДТП. Но для того, чтобы полностью восстановить картину происшествия, необходимо исследовать тормозной путь автомобиля. Пострадавший одет в спортивный костюм. Скорее всего, он возвращался с утренней пробежки и вряд ли ездил бегать в 4 часа утра на другой конец города. Скорее всего, он жил где-то неподалеку. Ни денег при потерпевшем не обнаружено. В левом кармане спортивных брюк
обнаружен рецептурный бланк, скорее всего, застиранный вместе с костюмом. Сохранилась печать врача и номер 64. Скорее всего, это номер дома потерпевшего или часть номера. В кармане куртки обнаружена связка ключей с ключом от домофона, предположительно, от дома потерпевшего. Ну, что тут у тебя? Судя по следам крови и осколкам стекла, столкновение произошло здесь. Слушай, а где тормозной путь? Я сам не понимаю. Надо искать. Смотри! Слушай, ну, тормозной путь заканчивается в 15 метрах от места столкновения. Странно. Да и вообще след странный. Это не похоже на тормозной путь. Слишком далеко от места столкновения. Знаешь что? Это след разгона с пробуксовкой. Значит, у нас не наезд и побег с места аварии, а умышленное убийство. Еще один осколок стекла. И частицы краски. Провожу видеоспектральное исследование рецептурного бланка. Донный белый свет. Ультрафиолет 400. Выключаю верхний свет. Ультрафиолет 365. Валер, обследуй ближайший квартал к месту обнаружения трупа. Нужен дом 64. Опробуй магнитный ключ на всех подъездах. Если подъезд открывается, значит, мы найдем его родственников и сможем опознать труп. Бампер перелома кости голени по типу сдвига от первичного столкновения с выступающими частями автомобиля. Переломы ребер, разрыв селезенки, перелом ключицы, перелом основания черепа. Все получено от удара о кузов машины. Незначительные уже посмертные травмы головы от падения на землю. Ну, в общем, по морфологическим признакам могу сказать, что скорость автомобиля составляла около 70 км в час. Понятно. А время смерти? Где-то в промежутке с половины четвертого до половины пятого утра сегодня. Не понимаю, кому понадобилось убивать старика. Ну, по статистике, старики чаще всего гибнут от рук нетерпеливых наследников. Фамилия на бланке Спиридонов. Спиридонов В.А. Полных лет 69. То есть рецепт, скорее всего, не чужой, а выписан нашему потерпевшему. Адрес. Да дом-то я уже нашел. А там квартира не указана? Нет, квартиры не видно. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете, в какой квартире живет Спиридонов вот из этого подъезда? Спиридонов? Василий Авдеевич? Да. А вы кто такой? Молодой человек. Я же говорил, что-то случилось. Ну почему он тогда не перезвонил? Что с ним? Ограбили? Украли коллекцию, да? Понимаете, мы тоже коллекционеры. Василий Авдеевич пригласил нас сегодня к себе. У меня есть опасение, что сегодня утром Спиридонов погиб в аварии. Так значит, коллекция жива? Да? В аварии, вы сказали? Да. Его сбила машина. Слушайте, в голове не укладывается. Вы уверены, что это он?
Для окончательного подтверждения нужно, чтобы кто-то из членов семьи официально опознал тело. У него только внучатый племянник Костя. Но живет не с ним. У меня где-то был его телефон. Да мы его семья. Уже 10 лет наш клуб и семья, и поддержка, и опора. Мы сможем опознать его. Вы уверены? Конечно. Куда нужно ехать? Пойдемте. Привет. Помощь нужна? Помощь? Угу. Ну, конечно, нужна. Можешь занять краской. Пожалуйста. Это краска? Угу. Какая нелепая смерть. Непостижимо. В голове не укладывается. Пока о машине мы знаем только то, что она серебристого цвета. И судя по следам крови на месте преступления, повреждения сосредоточены на передней правой части кузова. Разбита фара и, возможно, лобовое стекло. Передадим в ГИБДД хотя бы эти приметы. Да вы садитесь, Валера. Все. А что у нас с версиями? Наследство? Ну, лично мне, Галь, пока непонятно. Но я тут кое-что нарыл. Я очень хотел бы поговорить с его племянником Костей. Я навел кое-какие справки. Значит, он в Москве полгода. Временная регистрация сделана 6 месяцев назад. Живет в общаге, работает водителем. В принципе, квартира Спиридонова для него это тот еще мотив. Но я не исключал бы и ненависть, месть, может быть, даже ревность какую-то. Способ убийства нетипичный для наследников. Ну, возможно, преступник не знаком был с ядами и не силен в фармацевтике. Единственное, что он умеет, это водить машину. Логично. Рисунок протектора слишком смазан и не поддается полному восстановлению. Перехожу к выделению отдельных конструктивных элементов для последующего сравнения со справочными материалами. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Вы уже арестовали негодяй, который это сделал? Безобразие. Эти лихачи на дорогих иномарках. Это не лихач. Наезд был умышленный. Вашего друга убили. Убили? Как? Как специально? Специально. Кто убил? Почему? Для того, чтобы это выяснить, нам нужно узнать, что за человек был Спиридонов. Может быть, у него были враги? Может быть, кто-то желал ему смерти? Да какие враги? Тут одни друзья. Вот Меликян, Иванес Иванович, Шестов Семен Семенович, Виталий Петрович Болдырев, коллекционер с полувековым стажем. Нашему клубу уже больше 10 лет. А все-таки, что за человек был Спиридонов? Что за человек? Давай, показывай, показывай. Честный. Правдивый? Правдивый. И... Пожалуйста. Юбилей? Юбилей. Юбилей будет только через неделю, и сегодня предполагалось нечто вроде репетиции. Вот. Вот здесь мы... Давай. В 10-летний юбилей нашего клуба. Угу. Вот все четвером. Угу. Еще к юбилею мы хотели издать на средства клуба новый каталог. Каталог, достань-ка. Здесь вот... К его юбилею.
собрались и издали каталог с названиями его коллекции. Да. Кстати, Семен Семенович написал к этому юбилею стихи. Ну-ка, припомни, Иванович. Семен Семенович. Василий Авдеевич. Василий Авдеевич. Дорогой коллега, друг и брат. Простите. Значит, он коллекционировал зеркала? Да. А какова приблизительная стоимость коллекции? Вань, смотри. Машина ухоженная, новая. А на краске я обнаружила следы автомобильной косметики. А следов старения краски нет. Да, плохо дело. Химсостав резины без уникальных примесей. Ни тебе кукурузного крахмала, как в биотред, ни рапсового масла, как в райпсистилик. Деда убили? Скажи, Кость, у Василия Авдеевича были враги? Я вообще его мало знал. Когда-то в детстве мы с матерью приезжали к нему в Москву. После я лет 15 его не видел. Угощайся. Спасибо. То есть ты уже полгода в Москве и никак не удалось с ним поближе познакомиться? Нет, но мы виделись несколько раз. Я приезжал к нему, думал, переночую у него по-родственному. А он чаем меня напоил и выставил. Коллекция, видите ли, у него какая-то. Ты чай-то пей. А вот такой еще момент. Ты не выяснил сейчас, после его смерти, квартира его тебе достанется? Не знаю, может быть, музей там открыть. Или обществу коллекционеров передать. А вот насчет друзей или врагов вы у коллекционеров спрашиваете. Шестов Семен Семенович. А еще Аванес. А Аванес как фамилия? Не помню. Они, кажется, с дедом дружили. Ты что это пей? Машина легковая, резина летняя, колея 1468, химсостав, ширина следа. Страховая стоимость всей коллекции около 150 тысяч рублей. Но самое ценное, вот, посмотрите. Зеркало соловянной ручкой, ориентировочно 17 век. Стоимость, страховая стоимость, 35 тысяч рублей. Не из-за коллекции же его убили. А за что? А почему не из-за коллекции? Если бы кто-то хотел завладеть коллекцией, он бы попытался проникнуть в квартиру и выкрасть ее целиком. А почему именно целиком? А после смерти Василия Овсеновича эту коллекцию могут растащить по рукам, и потом ее не скоро соберут. Да, совершенно верно. По каким рукам? Ну как по каким? Каждому из здесь присутствующих по одному-два экземпляра. Нашему клубу еще 4. Угу. А скажите, пожалуйста, вы не знаете, кому завещана квартира? Племяннику. Василий Авдеевич давно написал завещание. Кстати, этот Костя очень подозрительный тип. Найден труп пожилого мужчины. Экспертиза показывает, пенсионер погиб в результате ДТП. Подробное изучение следов протектора скрывшейся машины не оставляет сомнений. Автомобиль не тормозил перед столкновением, а наоборот, начинал движение. Значит, перед криминалистами умышленное убийство. Под подозрение попадает племянник покойного. В случае смерти дяди квартира достанется именно ему.
А скажите, пожалуйста, а вы не знаете, кому завещана квартира? Племяннику. Василий Авдеевич давно написал завещание. Кстати, этот Костя очень подозрительный тип. Ничего он не подозрительный. Просто молодой и легкомысленный, он не понимает, что для настоящего собирателя коллекция может быть дороже, если детей и внуков. Что экспонатам нужен микроклимат, уход. Любовь. Любовь. Поэтому и отношения у него с Василием Авдеевичем не сложились. А Костя знал, что квартира завещана ему? Конечно, знал. Ну при чем тут Костя? Ну как при чем? Вот вы о врагах спрашивали. Угу. Есть такая. Василий Авдеевич рассказывал о совершенно обнаглевшей бизнесменше. Я фамилии не припомню, но живет она в его доме. Так вот, у него, как у председателя жилсовета, был с ней очень серьезный конфликт. Да. А на какой почве? Она там затеяла какое-то незаконное строительство. Очень интересно. Да. Пройдемте. Пойдемте. Ваня, есть совпадение. Краска по составу и способу нанесения соответствует технологиям Honda стандартного 2000 года. Точно. Угу. Ну да, это действительно Honda. Это значительно сократит нам поиск. Чтобы исключить вас из числа подозреваемых, нам понадобится образец вашей ДНК и отпечатки пальцев. Вы думаете, что это я? Нет, но нам нужно отработать все версии. Вань, сделаешь? Да, присаживайтесь. Стоп. А что это, ваша девушка блондинка? Причем здесь моя девушка? Она. Она. Серебристая. С шинами Bridgestone, заводской комплектации. Опросом соседей было установлено. Спиридонов 3 года назад был избран председателем жилсовета. За это время успел нажить себе массу недоброжелателей. От соседей до коммунальных чиновников городского масштаба. Особенно соседи выделяют конфликт Спиридонова с некой Казаковой, Тамарой Васильевной, проживающей в том же доме. Казакова выкупила 3 квартиры на первом этаже с целью переоборудовать их под магазин. И добилась отвода части детской площадки под автостоянку. Спиридонов собрал подписи жильцов и подал коллективную жалобу в суд. Решающее заседание суда должно было состояться через неделю. Но день гибели Спиридонова, замороженные строительные работы возобновились. Нотариально заверено. Квартира Кости. Большая часть коллекции тоже Кости. Ну, за исключением 10 отдельно поименованных экспонатов. Самый дорогой экспонат – вот это зеркало. Досталось оно Болдыреву. Тот собирает предметы быта до Петровской эпохи. Вот это автомобильное зеркало с поломанной ручкой – Шестову. Его коллекция как-то связана с автомобилями. Ну и вот эти 2 настенных зеркала – Меликяну. Да, я был в квартире у Спиридонова. Вся коллекция в целости и сохранности. Я проверил по этому каталогу. Ну, форменная жухлядь, а! Даже если рыночная цена на порядок выше страховой, все равно сумма смешная в сравнении с ценой квартиры. А Костя о наследстве знал? Ну, по крайней мере, он утверждает, что нет. Хотя у нас и кроме Кости есть вот эта вот бизнесвумен Казакова Тамара Васильевна. У нее, кстати, был гораздо более серьезный повод для убийства, чем у Кости. Ну, представьте себе, выкупила квартиры, оплатила дизайнеров, завезла стройматериалы. Это ж какие деньги? А Спиридонов ей тут все карты спутал. Ну, по крайней мере, все соседи утверждают, что она Спиридонова люто ненавидела. Люто. А машину она водила? Да, причем обе. Да. У нее в собственности одна это вот Honda Civic, а второй какой-то джип там. Гранд Витара. Да. Понятно. Honda нашлась. О! Уже везут к нам гараж? Займитесь.
Со вчерашнего дня в розыске. Знаешь, кому принадлежит? Кому? Казаковой Тамаре Васильевне. Отлично. Давай ты в салон, а я снаружи поработаю. Валера! Посмотри, что это? Керамика какая-то. Может, осколок свечи зажигания? Нужно сделать анализ. Не глупо ли это на собственной машине? Машину нужно еще угнать, а потом качественно вычистить. А так она протерла руль, торпеду. И все, и больше ничего делать не надо. Теперь какие бы ее следы мы здесь не обнаружили, она все равно заявит, что ее подставили. Ладно. Ты здесь заканчивай. Я поеду побеседую с Казаковой. Хорошо? Меня кто-то подставил. Конечно. Хоть Спиридонов был и невыносимый дед, но разве я похож на человека, который способен убить? И не настолько глупа, чтобы использовать при этом свою машину. Однако об угоне вы заявили лишь через сутки после смерти Спиридонова. А я вообще ничего не знала. Меня не было в городе. И вообще у меня две машины. За город я поехала на внедорожнике. А Хонда в это время стояла... Хонда стояла под подъездом. Можете спросить у соседей. И вообще кто угодно мог угнать. То есть ваша машина не оборудована противоугонной системой? Противоугонная система? Проще вложиться в страховку. А все эти сигнализации – это самообман. Захотят угнать – угонят. Вломится на светофоре, сами все отдадите. На передней панели обнаружен след удара, оставленный предположительно водителем, коленом водителя при столкновении. Прошу. Моя коллекция может быть самая необычная в России. Это осколок рекламного щита, который расколол в момент своей гибели Айртон Сенна. А это часть машины ГАЗ-53Б, которая протаранила чайку члена Политбюро Машерова. Я работал испытателем на ЗЛК, и поэтому стал собирать вещи, которые были свидетелями автокатастроф, в котором погибли или пострадали великие люди. Валерий Харламов, Леонид Быков, Айсидор Дункан, Лев Ландау. Все они здесь. Мне казалось, вы хотели что-то мне рассказать. Василий Авдеевич завещал мне прекрасный экспонат. Это зеркало с бронированного Паккарда Сталина. В этой машине отец народов едва не погиб, когда в 1946 году на трассе Симферополь-Ялта в него врезалась полуторка. И... В благодарность я бы хотел увековечить Василия Авдеевича на этих полках. Я бы хотел, чтобы следствие, когда оно закончится, выделило и мне какую-нибудь мелочь. Вы понимаете, вещественное доказательство – это такая штука, что... Ну, понимаю. Это все? Это просьба. Вот что я хотел вам сказать. Я недавно видел Костю и эту бизнесменшу вместе, и они... Одним словом, мне показалось, что она хочет его соблазнить. У Кости алиби на момент наезда нет. Говорит, что спал дома один. Алиби Казакова тоже весьма сомнительное. Она утверждает, что была в Курске на презентацию своих бизнес-партнеров. Наши курские коллеги опросили всех участников презентации. После 9 вечера Казакова никто не видел. Ну так что к 3 утра она могла спокойно вернуться в Москву, пересесть в Хонду и убить Спиридонова. Что у нас с противоугонной системой? Самое примитивное. Казакова нас не обманула.
Причем все биологические следы в салоне автомобиля принадлежат ей. Я думаю, что ее с Костей связывают некие отношения. Причем достаточно близкие, так как волос, который Валера снял с Костиной одежды, принадлежит Казаковой. Но я отнюдь не думаю, что эти отношения чистые и бескорыстные. Скорее всего, через Костю Казакова хотела повлиять на его деда. А ведь у Спиридонова с Костей отношения были весьма прохладны. Более чем. Но Казакова-то могла этого и не знать. Понимая, что не сможет уговорить деда Убилова, чтобы выслужиться перед своей пассией? Нет. Странно. Мне кажется, там было по-другому. Казакова вступает в сговор с Костей. Она дает ему ключи от автомобиля, обеспечивая себе алиби, а ему идеальные условия для угона. К тому же вот тот осколок, найденный под сиденьем, это фрагмент керамической зубной коронки. То есть во время совершения преступления убийца либо ударился об руль, либо неудачно клацнул зубами. К сожалению, слюны, пригодные для ДНК-теста, там не обнаружено. Нам необходимо сделать рентгеновские снимки зубов всех подозреваемых. И причем еще каждого проверить на наличие гематом на левом колене. Она могла образоваться от удара торпеды. Ну, если, конечно, там раньше синяка не было. А у вас были отношения с Костей? Какие отношения? С этим? Увольни. Да, я предложила ему деньги, чтобы он уговорил деда. Деньги он взял. И что? Но, видимо, не уговорил, раз переехал. Ему и квартира, и довесок от меня. А кто? Я? На обочине дороги найден труп пожилого мужчины. Экспертиза показывает, пенсионер погиб в результате ДТП. Подробное изучение следов протектора скрывшейся машины не оставляет сомнений. Автомобиль не тормозил перед столкновением, а наоборот, начинал движение. Значит, перед криминалистами умышленное убийство. Под подозрение попадает некая женщина, с которой у убитого был долгий конфликт. Экспертам удается найти автомобиль, который совершил наезд. Машина принадлежит подозреваемому. И квартира, и довесок от меня. То есть вы полагаете? А кто? Я? Не было у нас ничего. Дед так мешал ей, что она даже деньги мне предлагала. И себя тоже. А денежки мне бы не помешали. Она такая импозантная, состоятельная женщина. Что, помешала бы? А что она? Волосину нашли, да? Ее? Ну, поцеловались пару раз. И что? Ну, не мог я деда уговорить. Он упрямый был, как осел. Тут она его и убила. Да ты че? Она? А кто? Я, что ли? Так. Рост Спиридонова. 180, сидя 85,5, плечевая кость 36,5, коэффициент масштабирования 0,063, 0. Слушай, в эту Хонду Костя просто не влезет. А сиденье там отрегулировано так, что он просто еле втиснулся бы туда. Я замерил расстояние от пола до торпеды. Там максимум 57 сантиметров с каблуком. Без каблука и того меньше. И что? Ну что? Смотри. Да не может быть. И это еще не все. Все, убийца. Помнится, Шестов, вы хотели получить какой-нибудь экспонат для коллекции, чтобы увековечить память друга. Мы пойдем вам навстречу. Вот это мы нашли в автомобиле. Под сиденьем. Это осколок зубной керамической коронки. Вот это рентгеновский снимок вашей челюсти со следами скола. Я понимаю, конечно, экспонат маловат, но зато он принадлежит убийце. А убийца, Шестов,
вы. Я вот только одного не могу понять. Ведь вы знали убитого много лет. И вроде бы не испытывали к нему никаких неприязненных чувств. И вдруг вы ставите знак равенства между человеческой жизнью, его жизнью, и каким-то зеркалом. В моей личной голове это не укладывается. Это не какое-то зеркало. Как вы не понимаете? А вот так не понимаю. Потому что для меня любое зеркало, хоть в него сама принцесса Тамара гляделась, или Черчилль прикуривал сигары, не стоит ни одного волоса с головы живого человека. Тогда вы не понимаете. Да и зачем? Да, возможно, мне действительно не понять. Но очень хочется, честно. Зачем? Чтобы лучше понимать вас. Что у вас в голове? Какой бес вселяется в таких, как вы, когда вы убиваете человека за кусок амальгамы? А нужно мне это? Чтобы быстрее вас отлавливать. Умерьте, пафос, сударыня. А я вам не сударыня. И никакого пафоса у меня нет. Это моя работа – ловить вас. И, как видите, делаю я это неплохо. Да уж. Как вам сказать? Это что-то вроде идеи фикс. Понимаете? Как будто путеводная звезда. Страсть. Одни убивают из-за женщин, из-за страсти к ним. Другие, ведь страсти разные бывают. А вы не боитесь? Не страшно вам? Мне страшно. Без предмета моей страсти остаться. Мерзость какая.